Приветствую вас, уважаемые подписчики и зрители моего канала. С вами я, Георгий Славянко, и вы на канале «Сделал сам. Поделись с народом». И я хочу сегодня поделиться с вами очередным полетом на моем квадрокоптере 7-дюймовом. И конкретно сегодня я хочу проверить все-таки, как будут работать винты. Потому что я винты отбалансировал, поставил новые, без никаких заковык. И посмотрим, как сейчас будут работать моторы. Ну и, естественно, полетаем в акро. Будем повышать свое мастерство. Как получится, конечно. Все, поехали. Ну все, включаем запись в очках. Высота 2 метра. Ой, блин. Здесь уже барометр нормальный. Это не ифлайновский этот контроллер. Ну, на бетафлай. Бетафлай он дуркует. Ну, неважно. Что есть, то есть. Так что поехали. Так, все работает. Контора пишет. Так. Шпионов нету. Все, полетели. Да хрен там. Что же вы так работаете? Сидите, моторы, что ли, дуркуют. А так нормально. Все, одеваем очки. Ерундой не занимается. Излетаем стабилизацию. Да, что-то я, кажется, поднял высоковато камеру. Ну, здесь нормально. Поэтому здесь стоит Феникс. Поэтому нормально. Значит, все-таки проблема какая-то, наверное, именно в моторах. Потому что что-то... Они работают как-то через пень-колоду. Что, регуляторы дуркуют? Ну ладно, надо будет попробовать поставить Дешот 600. У меня, кажется, здесь Дешот 300 стоит. Тихо. Да, надо флаг вешать, потому что я уже теряюсь. Где мое? Ну, летит как будто бы нормально. Да вон я стою. Летит. Ну, то, что хотел проверить и убедился, что надо все-таки, наверное, моторы, как мне там советуют, поменять. Только и флайновские брать. Они, в принципе, самые оптимальные по цене. Потому что Гемфанд, или как он там называется, Гемфанд. Что-то я не понял, кстати, по поводу этого Гемфанда. Что-то говорят, что они хреновые. Насколько они хреновые, кто же знает. Одни говорят, что плохие, другие говорят, что хорошие. Так что
уважаемые подписчики, зрители моего канала. Посмотрите, подскажите. Может, кто-то имел опыт работы с этими гемфанами. Это пропеллер гемфан. Что-то у меня вылетело из головы название. Надо что-то одно. Летаю и говорю, забыл. Ладно, напишу. Что-то надо что-то одно делать. Или летать, или языком молоть. Ну ничего страшного. Дорога. Это не дорога. Я где-то сзади летаю. Да, но здесь у меня что-то получается слишком быстро. На синевупе думал быстро, а тут вообще что-то у меня выходит. Фиг поймешь. Это надо потихоньку. Потихоньку, помаленьку. Тихо. Тихо, дружище. Не гони лошадей. Что-то солярой поперло. Дорога светит. А, ветер же с дороги. Ветер с дороги, поэтому так, надо следить за показаниями, а то я что-то так и аккумулятор угроблю. Ой, да тренделся называется. Вон я стою. В кустах. Мне там говорили, не стой в кустах. Надо на открытой местности стоять, чтобы было видно. Это действительно, потом будешь бегать, искать. Хоть тебе хрест найди, потому что... Вот. Никак я не могу отделаться от привычки. Куда клонится коптер, туда и я начинаю тут стоять, как тополь на плющихе под ветром. Шатает меня. Но между деревьями же что-то получается. А, вон он. Надо приезжать, ставить флагшток и на флагштоке вешать. Так, надо еще сориентироваться, потому что что-то мне кажется, я крутанулся в обратную сторону, что-то я задницей стою. Так, 11 минут, но я не знаю, сколько там начальный период. 3:65. Так, тихо. Это мне получается какой-то блинчик непонятный. И чё? И где я? Я думал, что я здесь стою. Ага, вон я стою. Все равно цепанул. Все, летим домой. Ну понятно. Понятно, как же. Правильно, развернулся жопой к аэродрому. А думаю, что стою лицом к аэродрому. Ой, блин, кино, вино и домино.
Итак, подведем итог. Что можно сказать? Можно сказать следующее, что проблемы все-таки не в винтах, а проблемы все-таки в моторах. Сказать, что они греются, в прошлый раз они у меня грелись. Сейчас они у меня холодные. Ну как холодные, чуть тепленькие. А в прошлый раз у меня грелись, и не довольно хорошо грелись. Может, проблема в регуляторах, что так он работает. Хрен его знает. Ну, надо попробовать перенастроить и посмотреть, что получится. Ну, а сегодня я прощаюсь с вами. Так что всем желаю мира, добра, здоровья. И до новых встреч. До новых полетов. Я думаю, все зависит только от погоды. Как будет погода, изменится обстановка. Так что будем летать. Все, не забудьте подписаться. С вас подписка, палец вверх, палец вниз. И до новых встреч на моем канале. Мира, добра, здоровья.